Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет, и сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 386. Нам нужно найти пропущенное число. И давайте пункт А решим. Попробуем определить в первой строчке, как ищется число посередине. Как связаны между собой 13, 17 и как из этих чисел получается 60. 13 плюс 17 будет 30. 30 нужно умножить на 2, чтобы получить 60. 16 плюс 14 будет 30. 30 нужно умножить на 2, чтобы получить 60. То есть 30 просто мы умножаем на 2 и получаем 60. Раз мы сумму и в пункте, то есть в первой строчке мы умножали на 2, получили число посередине, то есть здесь мы сумму умножаем на 2, чтобы получить число посередине. Тоже 60 получается. Пункт Б давайте решим и посмотрим, как связан между собой числа 26, 14 и 20. Как из чисел 26 и 14 число 20 получается. 26 плюс 14 будет 40, а 40 нужно разделить на 2, чтобы получить 20. 19 плюс 31 будет 50. И 50 делим на 2, получаем 25. Выполнили задание 386. Оба пропущенных числа мы нашли. А если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.